Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпаратты қаламына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые журналисты. Мы начинаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз өңірдегі COVID-19, ботулизм және тағамнан улану бойынша эпидемиологиялық жағдай, мектептердің жаңа оқу жылына дайындығы туралы өтеді. Бұл туралы толық ақпаратты бүгінгі спикеріміз айтып береді. Таныстырып өтейін. Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Мусина Айнагүл Советқызы. Айнагүл Советқызы, сөз сізбен өзіңізде. Сәлеметсіздер, рахмет. Эпидемиологическая ситуация по Акмолинской области на сегодня оценивается как стабильная. По коронавирусной инфекции отмечается тенденция к снижению. За последнюю неделю зарегистрировано 462 случая, что на 168 случаев меньше, чем за предыдущую неделю, снижение в 1,3 раза. За сутки было зарегистрировано 83 случая. 86% тех лиц, которые обращаются, это симптомные. Наибольшее количество регистрируется в городе Кыштау, Курабайском районе, Степногорске. Продолжается тенденция того, что заболевают невакцинированные. Из 2038 человек, заболевших в августе месяце, 1125 или 55% это невакцинированные. 125 человек не получили своевременно ревакцинацию. И в итоге 81% заболевших в августе не имели достаточного иммунитета, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции. Заболевание протекает легче. На стационарном лечении находится 62 человека. Занятость коечного фонда составляет 39%. Продолжается вакцинация, ревакцинация против коронавирусной инфекции. Вы можете получить прививку во всех прививочных пунктах. Имеется в наличии вакцина Вирацел для детей старше 12 лет, беременных и кормящих женщин. Есть вакцина Pfizer. По ревакцинации у нас охват составляет 65,6%, при республиканском показателе 72,9%. Мы находимся на 11 месте по республике по охвату ревакцинации. Поэтому, уважаемые жители Акмольской области, если вы своевременно не прошли вакцинацию, ревакцинацию, повторную ревакцинацию, то, пожалуйста, обязательно прививайтесь, так как вот то, что мы сейчас видим, ситуацию стабилизации, это благодаря коллективному иммунитету и прохождению ревакцинации. Так как сейчас продолжается весенний-летний период, который характерен для подъема кишечных инфекций и для пищевых отравлений, хотелось бы поговорить о мерах профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений. Так как у нас в области было зарегистрировано 2 случая пищевых отравлений с начала текущего года. У нас эти 2 случая были зарегистрированы в Бурабайском районе. Первый случай в апреле месяце в Discovery Боровое был, где 8 человек обратились за медицинской помощью. И при проведении обследования сотрудников пищеблока у них был выявлен стафилококк ауреус. По выявленным нарушениям администрация была привлечена к административному штрафу. И второй случай был зарегистрирован в июне месяце. Это в спортивной школе ЖАКСы среди детей, прибывших на спортивные мероприятия. Заболело 4 человека, которые проживали в одной комнате. К одному из детей приезжала бабушка, угощала черешней, и это послужило фактором возникновения данного заболевания. В целом, пищевое отравление это подразумевает клинику расстройства пищеварения, это может быть рвота, понос, общая интоксикация, связанная с употреблениями недоброкачественных продуктов питания, воды или жидкости. По классификации пищевые отравления делятся на инфекционные и неинфекционные. Инфекционные – это вызванные микробами, вирусами, простейшими, либо продуктами их жизнедеятельности. Их называют пищевыми токсикоинфекциями. Неинфекционные или токсичные отравления – это связано с попаданием с пищей химических токсинов, солей тяжелых металлов, ядов, употребление растений, ягод, несъедобных грибов.
Наиболее опасными продуктами для развития пищевых токсикоинфекций являются пищевых отравлений. Это молочные продукты, сырые яйца, кремовые кондитерские изделия, маринады домашнего консервирования, соленые продукты, скоропортящиеся продукты и продукты, которые хранились с нарушением санитарных требований. Наиболее опасны это сальмонеллез и ботулизм, особенно для кормящих женщин, детей, пожилых людей, особенно для детей до года и пожилых, потому что может наступить обезвоживание организма. Для того, чтобы свести к минимуму риск возникновения пищевых отравлений, это необходимо, чтобы соблюдали условия приготовления пищи, использовали только доброкачественную продукцию, соблюдали сроки хранения пищевых продуктов, условия хранения пищевых продуктов, не употребляли продукты, которые визуально видно, что испорчены, и не употребляли продукты домашнего консервирования, приобретенные в местах стихийной торговли. Также необходимо соблюдать правила личной гигиены, мыть руки перед едой, после посещения туалета. И вот сейчас актуально на период, когда очень много мух, нужно проводить дезинфекцию, и чтобы мухи не переносили микробы с пищевых продуктов. И сейчас вот сезон заготовок, и ботулизм – это одно из видов пищевого отравления, которое вызывается токсинами ботулизма, приводит к поражению нервной системы. И здесь, если не ввести своевременно противоботулистическую сыворотку, то, к сожалению, может привести к летальным исходам. У нас в Акмолинской области последний случай ботулизма был зарегистрирован в 2017 году. Местом обитания возбудителя ботулизма является почва. И сейчас, вот, когда собирают грибы, там, ягоды, сейчас вот сезон яблок, да, овощей, и если некачественно обработать перед консервированием продукцию, то будет развиваться количество ботулинистической палочки, и вот в первую очередь это могут быть кабачковые, баклажанные, икра, консервированные, морковь, мясные, грибные консервы. По виду, по запаху вы не определите, что этот токсин имеется. И инкубационный период составляет от 6 до 8 часов, до 10 дней. И здесь для ботулизма характерно это светобоязнь, водобоязнь, сухость во рту, головная боль. В течение первых суток нарушение зрения, пелена, сетка перед глазами, расстройство дыхания. И поэтому вот одно из мер для профилактики является, для консервирования необходимо использовать только свежие фрукты и овощи. Недопустимо консервировать испорченные плоды, необходимо тщательно мыть плоды и овощи, соблюдать правила стерилизации банок, крышек, тепловой обработки продуктов в домашних условиях, хранить домашние консервы при низких температурах, обязательно отбраковывать и уничтожать бомбажные вздутые банки. Запрещается покупать на рынках с рук условиях консервы, продукты домашнего консервирования, особенно герметически упакованные. И если есть признаки ботулизма, обязательно необходимо обращаться в медицинскую организацию за помощью. Так как я уже говорила, если своевременно не ввести противоботулистическую сыворотку, то может наступить летальный исход. Сейчас сезон подготовки к началу учебного года. Санитарно-педагогическая служба и совместно с управлением образования проводится мониторинг готовности школ к началу учебного года. Будут работать 536 образовательных школ, 13 школ-интернатов, где будет обучаться более 136 тысяч детей. В этом году из-за малой численности закрывается 8 школ. Это в Уландинском районе, в Акольском, в Зелендинском районе, в городе Степногорск.
текущем году проводится капитальный ремонт в 11 школах и одной школе-интернат. По 9 сейчас уже завершены работы. И по некоторым до начала учебного года. Но вот по двум школам есть риски несвоевременного завершения ремонта. И сейчас уже управлением образования совместно с местными исполнительными органами продуман вопрос, если не будет своевременно завершен капитальный ремонт, то в Егендеколе, в первой школе, будет организована учеба в две смены. На сегодня в этой школе мест достаточно, проходится обучение в одну смену, и до завершения ремонта во второй школе будет организовано двухсменное обучение. По селу Отрадное Жаркоинского района, если не завершат до 1 сентября, то ученики до 15 октября будут учиться в онлайн-режиме до завершения ремонтных работ. Ведется мониторинг, если будут какие-то еще замечания, то местные исполнительные органы ставятся в известность и принимают меры по приведению соответствия. Ну, за исключением этих двух школ, я думаю, остальные все приступят вовремя. При подготовке детей в школе хотелось бы напомнить о требованиях технического регламента Таможенного союза о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, это ТРТС-07/2011 и санитарные правила 5 августа 2021 года номер 76, санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования. Здесь необходимо обратить внимание на вес ежедневного учебного комплекта. Для учащихся первых-третьих классов вес не должен превышать от 1,5 до 2 кг, для четвертых-пятых от 2 до 2,5 кг, шестой-седьмой от 3 до 3,5 кг, для обучающих 8-11 класс 4-4,5 кг. Есть же также нормы для портфелей, ранцев, тоже идет градация для начальных классов, вес должен быть не более 700 грамм, для средних и старших не более 1000 грамм. И сейчас вот осталось несколько дней до учебного года, хотелось бы обратить внимание родителей на режим дня. Детей уже необходимо постепенно готовить к школе, раньше ложить, укладывать, раньше вставать. И самим родителям тоже нужно перейти на такой режим, потому что, ну, чтобы была адаптация к учебному процессу быстрее. И нужно, чтобы ребенок мог отдохнуть. И если ребенок хорошо отдохнул, то он к занятиям будет приступать в хорошем настроении. Поэтому, уважаемые родители, уже сейчас нужно начать подготовку к началу учебного года. У меня все. В принципе, готова ответить на ваши вопросы. Метр Тесер, Сарапчева, Полина Непущенец, Сарапчева, Испарма. Если вопросы в прямом эфире. Лида Дмитриева, как еще вопрос, вы сказали, в двух школах есть риск, то, что они не закончат ремонт до сентября. И в одной школе до 15 декабря, да, в октябре. Октября в онлайн. Нет, это две школы, одна номер два в Егендеколе. Одна, да, в Егендеколе вторая школа, сейчас проводится капитальный ремонт. Есть рядом 400 метров от второй школы, есть Егендекольская СШ номер один, в которой мощность составляет 350 мест. На сегодня там обучается 269 учеников. Поэтому ученики второй школы, они будут во вторую смену учиться в этой же школе до того, как завершится ремонт. По селу Отрадное Жаркоинского района, там второй школы нету, да, чтобы во вторую смену организовать обучение. Поэтому они будут обучаться в онлайн-режиме. И как закончится ремонт, если закончится раньше, то раньше, ну, максимально до 15 октября продержится в онлайн-режиме. А есть информация о том, как у них обстоят дела с интернетом и могут ли подготовленные учиться в онлайн-формате? Ну, с учетом вот этих 2 лет, которые, да, мы учились в онлайн-режиме. У нас все школы на сегодня готовы работать в онлайн-режиме, да, и сейчас даже по рекомендациям, да, на дистанционный формат работы есть требования, что
можно переводить, например, рабочих на дистанционный формат, работников предприятий на дистанционный формат работы. Ну, то, что опыт обучения школы в онлайн-режиме есть, и поэтому возможность есть обучение. Сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі брифингіміз осымен аяқтаймыз. Құрметті Айнагүл Советқызы, ұсынған ақпаратыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Назарларыңызға рахмет.